Раза. Спасибо, подруга. Я уж думал, мне конец.
Оф, твою ж мать. За свою жизнь я четко усвоил одно простое правило. Никогда не лезь в чужой холодильник. В лучшем случае наткнешься на прокисшее молоко. А в худшем... И вот так нихера себе. Не как сам Рейч Бартмас. Погоди, тот самый Бартмас, который запустил Рэббитс и грохнул первую сеть? Нет, блять, его покойный дядюшка. Ну, конечно, он, кто еще? Я-то его ни с кем не спутаю. В 20-м году по всему городу висели плакаты с его рожей. Все на него охотились. Но еще бы, враг государства номер один. Вот ведь бедняга. Лежал тут, как дохлая крыса в морозилке. А потом что-то перемкнуло, и он оттаял, как свиной окорок. Ага. Судя по аромату, лет 20 назад. Так, короче, все. Больше не могу, я пошла. Да погоди ты. Мало ли что тут еще может быть. Древности времен первой сети, еще поди на паровой тяге. Жалко уходить просто так. Даже если что и есть, уже не рабочее. Ты так считаешь? А я бы не торопился с выводами. Лучше проверь. Ладно, я подумаю. Вот именно, все равно спешить некуда. Посмотри, вдруг найдешь чего. Ого, это Элайла от SGI Tech. Лучшая кибердека в своем классе. Вот, а я тебе говорил. Иногда стоит и в дерьме порыться. Слушай, я тут подумал. Помнишь Никса из Посмертия? Он вроде в старой технике разбирается. Я бы к нему обратился. Кто знает, что можно вытащить из этой штуки. Thank you.
Что порекомендуешь из имплантов? Ну, ты же знаешь, киберимпланты — это как туфли. Смотря кто покупает. Netrunner возьмет одно, Соло — другое. Но если думаешь задержаться в пустошах, есть смысл вложиться в маскировку. Голокожа, активный камуфляж — вот это все. По сравнению с городом, здешние места выглядят пустынно, но это не значит, что тут безопаснее. Мой тебе совет — не шуми и не привлекай внимания. А то оглянуться не успеешь, как попадешь в передрягу. Мне нужен имплант. Прямо к делу. Мне это нравится.
Слушаю тебя. Оля! Мне нужен инвертор для пикапа. Ты тут ничего такого не видал? Нет. Посмотри в наследство от Элис. У нее может быть. Спасибо. Да обретут они вечный покой. Вечный покой. У нас, говорят, на дороге встретимся. Смотри, что я нашел. Ого, чье это? Джоша. Он с детства берег. Эй, Ви, иди сюда. Подойди чуть поближе. Привет, Мич. Ты как, ничего? Да, ничего, держусь просто. Столько погибло. И друзей, и близких. Вот приходилось тебе терять лучшего друга. Да. Его звали Джеки. Угу. Как он погиб? Да как обычно бывает в Найт-Сити. Ладно, идем. Поможешь мне кое с чем. С чем? Надо кое-что довести до конца. Последнее прощание. А я, понимаешь, не хочу один. Ладно, я помогу. Ну так пойдем. Ты как насчет порулить? Ну, нормально. Тогда давай прокатимся. Пусть развеет. И куда? Вот вы городские. Все-то вам надо точно знать сразу. А лучше вообще вчера. Терпение, Ви. У Альдекальда вещи умерших переходят семье. Раньше это была тачка Скорпиона. Теперь моя вот стала. А рядом моя старая ласточка. Классные тачки. Что та, что другая. Это да. За городом машина – это жизнь. Я поеду на тачке Скорпиона, а ты на второй. Серьезно? Куда едем-то? Туда, где любил бывать Скорпион. Я ему кое-что должен. Ну ладно, поехали. Погнали, короче. Следуй за мной. Мич, слышишь меня? Слышу. Хватит трепаться, на дорогу смотри. Союза производителей имплантов. Одна из наиболее острых дискуссий развернулась вокруг. Да, солнце и ветер в волосах. Кайфец. Привет, давно не виделись. Я не фанат похорон. Угу. И смерти тоже не сдаешься. Как будто это моя вина. Я не просил Сабуру записывать меня на чип. И тебя не просил этот чип себе в башку вставлять. Ох, надеюсь, ехать нам недолго. Кстати, а куда мы вообще едем? Я не знаю. Ай, молодец, девочка. Всегда готова помочь. Всем ребятам пример. Я собираюсь почтить память Скорпиона. Это вроде как его последняя воля. Ясно тебе? Супер. С тобой не соскучишься. Многие спрашивают, когда океаны снова откроют для судоходства. В последней войне ключевые для морского судоходства пути были заминированы. Неуправляемые подводные автолодки продолжают атаковать грузовые суда в открытом море.
Вот уже 10 лет перевозка товаров между континентами идет только по лодке. Рост ее стоимости на 3000% не мог не отразиться на мировой экономике. Правительство мировой... Поедем к разрушенному мосту. Это вон за тем холмом. Принято. Позвоните своему депутату прямо сегодня. Это все новости на WNS. До новых встреч. Уже почти на месте. Да, хорошо. Совсем, Мич? Охренел? Расслабься, Ви. Так хотел Скорпион. Чтоб ты его возил в багажнике, как запаску? Нет, он хотел, чтобы я проводил его так, как он решил. С грохотом. Посадим его за штурвал, обольем машину горючим, а потом подожжем и запустим с обрыва. Ну... Если уж Скорпион этого хотел. Хотел, хотел. 100 раз про это говорил. Будь другом. Канистру передай. Держи. Классно. Теперь клади ее на пассажирское место. Смотрю, водитель уже за рулем. Нечего время тянуть. Его уж скоро раздует, как воздушный шар. Ну что, начнем шумные похороны? Ты точно уверен, что это хорошая идея? Нет, Ви, не уверен. Но это была последняя воля моего друга, и я костьми лягу, но ее выполню. С твоей помощью или без? Ну, давай. Хорошо. Я уже заткнул канистру тряпкой. Подожги ее, а я заведу машину. Горит! Быстрее, пока не ёбнуло! Хорошей тебе дороги, друг. Ушел с грохотом, как и хотел. Пепел и сажа. Все, что от нас останется. Ну что, по пиву? Давай. На таких похоронах грех не выпить. Ну, тогда пойдем. Холодненько. Ничего нет лучше. Это да. Да, кстати, а почему его вообще звали Скорпионом? Забавно. Вот веришь, сам без понятия. И так ведь его и не спросил. Может, по знаку зодиака? Ха. Или от того, что жало у него было большое. Эх, Скорпион, старый ты хрен. Мне будет тебя не хватать. Мич, почему ты выбрал для этого дела меня? Ну, ты надежно выглядишь. Я серьезно. Ну, как тебе сказать? Короче, я ведь благодаря тебе живой. И смог вот с ним попрощаться. Ваши пути пересеклись лишь раз, но это был важный момент. Слушай, тебе бы взять кое-что из его вещей. Вот это у него было вроде как талисман на удачу. Пусть тебе послужит. Бери. Что это? Не знаю, но Скорпион всегда это при себе носил. Знаешь, я тут пока останусь. Посижу в тишине, подумаю. Понимаю.
А мне пора. Наверное. Как скажешь. Если хочешь, можешь вернуться в лагерь на моей машине. Как тебе удобнее. Да, и спасибо, Ви, за сегодня. И за то, что в тот раз меня вытащила. Хорошая ты баба. Реально хорошая. Thank you.
надо бы канале. Я Джиллиан Джордан. Вот уже третий год подряд корпорация Мелитех признается лучшим работодателем Найт-Сити. Компания побеждает благодаря ряду преимуществ и бонусов для работников, таких как ежегодный оплачиваемый 5-дневный отпуск, неограниченный доступ к препаратам-стимуляторам и социальное покрытие имплантов. Больше всего впечатляет то, что 34% работников включены в список вероятных получателей пенсионного обеспечения. К другим новостям. Полицейские Найт-Сити расширили свои полномочия. Теперь они могут задерживать подозреваемых в уголовных преступлениях на срок до года, не выдвигая обвинений. Также блюстители порядка в Найт-Сити ввели новое правило, согласно которому выстрел в конечность может считаться предупредительным. Это обеспечит безопасность полицейских.
Так, так, так. Так было понятно, чем все кончится. Туда приходят смотреть шоу, а не казнь. Да, но Круз не то чтобы умеет притворяться. Херак, вот и все его шоу. Ну да. Вряд ли он далеко пойдет.